остывает, его остывает. Здесь тоже встряли штырны, здесь тоже нормальный участок. Добрался, я думал, сюда он не доберется. Без капота. Все. Он не стоит. Все, вкусно стоит. Нагреется, оттает. Опа! Главное, чтобы пня здесь не было. Игорь раньше работал пожарником, я так понимаю. Во, у тебя чувство взаимопомощи повышено. У меня обычное оно. А вот так. И с этой стороны оба крутились. Вот так вот круто у него работает имитация. Вот он, японский комфорт. Ну, на разведку снегоход надо запустить. Что, сотый или я дорогу сейчас? Так, смотрим, что мы там встали. Опять, наверное, кого-то задавили. Разведка пошла. Бьем дорогу, на 60 чистых. Первый пошел туда, едем на втором. Молодец, правик прошел. 2.66 будет колеи, остальные за ним идут. Все, едем, догоняем. Догоняем. Они здесь стрелят, смотри, да? Нужно... диагонали. Да, да. Вау, 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 невесомость. Нехило. Сегодня маршрут седой нас завел. Они здесь странно, как это Нива там прошла, непонятно еще здесь. Здесь вообще жесть просто. Согласись. Ну, вот они стоят. Шишига подломилась. Подломилась? Да. Сломалась? Просили 10-минутный пит-стоп. А что с ней случилось? Да вроде ездит. Ну, сейчас они запаску поставят. Нива лучше идет, чем Шевролет. Вот это короткая. О, да, короткая Нива. Хоть она старая, хоть она старая, гнилая, он вся ржавая, но она едет впереди. Все с тремя пассажирами, с тремя человеками. Да. Кипит, но едет. Шевролет просто висит на веревке. Ну, да, да, да. Ну сейчас там Шевролета Шишига поехала забирать. Сейчас он его зацепит, того, который разбортовался. Я послал туда. Но если он его будет тащить по пням, он его вырвет весь низ, там даже не заметит. Что что-то там у него оторвал. Или пол Нивы оторвал. Поедет за Шишикой сейчас всю дорогу. Да, тяжко им, тяжко. Тяжко, ну тяжко, но едет. Это самое главное. Да, согласен. Мотыляет ее, застревает она, но едет. Аварийку зачем они включили? На ней еще родная резина. Капот на крышу привязали. Куча охлаждения. Че там, Вова стрял что ли? Валера, ответь белому. Кэп. А, он нас ждет просто. Да. Ползет Нива, ползет, удивительно. Я думал, с ней тоже такие же проблемы будут. Все, он капот снял, греться перестал. Он поехал. Продувка появилась. Машина да. Поехала. Стревает Нива, стревает. Стревает, стревает. Ну ползет же. О, еще и в разгон пошел. Давай, Нивас. Ты как
выходит, а еще диван там сзади в багажнике. Стоит какой-то хлам навален. Да, белый подсел. Фига, если он подсел, то что там за участок такой? Значит, это Нива там вся эта. Всякая разная. Дверь покопаться, ебать. С разгона надо, пацанам. Давай, давай, смотри. Сядут они стопудово. Все, он первый включил, и все. Надо было вот здесь ехать. Да, ты просто вот так вот по снегу можешь проехать, здесь будет ровно. А они поехали за ним по колье. Ну, сейчас они вытолкнутся. Ниву вытянули. Даже не чувствую, что тащит. В общем, сейчас они, пацаны, пускай сами едут. Если встрянут, то их второй машиной Шишигов заберет. Мы едем дальше догонять колонну. Колонна уже ушла километра на 3-4. Иначе мы все кино снимем про эти две Нивы. Потому что здесь им туго придется, я чувствую, да? Очень туго здесь придется. Им очень туго здесь придется, да. Что у вас там? Как шизло? Да нет, почему? Я вот почти вас догнал, потом вернулся, сейчас опять догнал. А, значит, они где-то метров... Мы двигаем куда-нибудь вперед. Значит, они метров 800 максимум. А вон они. Да, вон они, вон они, да, вон они. Я не знаю, где ты есть. Потому что передо мной стоят машины. Это за мной снегоход, наверное. Это я не знаю, откуда ты меня вещаешь. Ну, я в третьей машине, может, впереди. Дороги. Здесь тоже встряли, что ли, но здесь тоже нормальный участок-то. Ты, получается, мы будем ехать прямо, да, чтобы на дорогу? Невас, смотри-ка, бьется, молодец. Невас бьется, молодец. Добрался, я думал, сюда он не доберется. Ништяк, пацаны, молодцы. Без капота. Все. Блин, сюда вы не доедете. Едем такие, они здесь не проедут. Смотрим, подъезжаете. Это все опыт. На карбюраторе, на всем. Еще фильтра вот такие у них стоят. И едут, и трамблер, блин. И едут, пацаны, фильтр там висит. И едут же, блядь. Так, идем дальше по колонне вперед. Хватит сзади ехать, сейчас будем перед переднюю часть колонны снимать. Если Шишугу взять, то буду всех унижать, да. Субару пока на треке. Тут что, место обеда или что, или заварушка? Да, тут, походу, место обеда планируется, да? Привал? Ой-ой-ой. Все, забрисовал, да? Да. Да пусть так и стоит. Все, пусть так и стоит. Нагреется, оттает. Ну. Что, привал здесь будет? Привал. Ну, давай. Давай. Опа! Главное, чтобы пня здесь не было. А если бы здесь был дерево? Да, снега много. Это если бы я с ним поехал, я был бы такой. Надо мне на нем прокатиться и снимать. Ну, так а я тебя искал. Ну, аккуратно. Ты ездишь? Езжу. Ты сможешь сам? Могу. Ну, езжай. Снегоход отказался заводиться. Подожди.
уже приехал? Приехали уже. А, ну все тогда. Все, встали на парковку. Люди прямо в сугробе разводят костры. Без ветра, без всего. И второй. Сама доехала. Ту Ниву притащили за шишигой. Игорь раньше работал пожарником, я так понимаю. Не был. Слишком ты профессионально развел себе. Поджег угли. Я даже розык. Хочет у вас уезжать. Какая у него веревка красивая, красная. Все, двинулись дальше. Двигаемся дальше. Надо, Игорёк. О, у тебя чувство взаимопомощи повышено. Необычное оно. Какой хитрый узел. Прадо всегда с парковки выдергиваем вот так вот. Прадо без блок. У него имитации так классно работают. Давай, давай. А вот так. Сам выехал. Сам выехал. Игорь, ты крут, ты сам выехал. Да прям. Нет, он тебя не дергал в этот момент. Он тебя так оттуда сдернул, а дальше ты сам пошел. Имитация работает офигенно на прадике. Я поражаюсь. Выглядят как блоки прямо. То есть у прадика крутились оба с этой стороны колеса. И с этой стороны оба крутились. Вот так вот круто у него работает имитация. Тащит еще вот этого, который зарюкался. Фига. Опа. Вошел. Вот он хорошо забрился. Вот он, японский комфорт. Хочу спасибо. А ты уже думаешь, что мы не проедем? Я уже видел, что мы не едем. Ну здесь вообще трактор прошел, по-моему, все пока четко. У тебя какая-то рация хорошая, она у тебя не сильно так трещит, как у других. Когда много людей пытается сказать одновременно, она также шумит. Ну на разведку снегоход надо запустить. Пусть сюда вперед едет, куда сотый уехал. Что, сотый бьет дорогу сейчас? Сотый, проверь рацию, у тебя очень простой прием. Продолжаем наш рейд. Все покушали грамотно, вкусно. Меня опять накормили во всех местах. Ребята, всем спасибо большое за вкусный обед. Накормили принудительно опять.
даже Игорь, да, ты мне предложил же сардельку, сказал, на, бери. Все. Конечно. Не стесняйся. Едем, в общем, дальше. Сейчас нас ожидает вторая часть маршрута, которая протянется между поселком Дачный и... Какая там вторая идея? Я не знаю, куда там нас вообще ведут. В общем, от Дачного мы едем в сторону Лежанки, я чувствую. Но Лежанка еще очень далеко. Ну, у тебя самая комфортная машина. Касательно, тебе говорил уже, да? Касательно передвижения. Съехать очень приятно. Они встали там, да. Так, смотрим, что мы там встали. Со снегохода выпустили на разведку. Что мы там встали? О. Не знаю, надо смотреть. Шишига стоит. Опять что-то случилось. Давай. Деревья ошибка. Опять, наверное, кого-то задавили. Оп. Вы где такую красивую веревку взяли? Красную? Красную. Слушай, это Володя в магазине. Это плюс. Ну, в этом. Пионере. А, понятно. Да, красная. Прямо. Веревка вдалеке. Ага. Андрей Васильевич, вы где такие хорошие насадки себе взяли на обувь? Называется Али. Замечательная вещь. Показываю. Ходишь по любому снегу. А рожки тут. Бахилы. Вот так вот. Алиэкспресс рулит. Я найду эти бахилы там на Алиэкспрессе и ссылочку внизу в описании под видео выложу, как Андрей Васильевич в них ходит. В общем, ссылочка внизу под видео в описании будет на эти штуки. Надо себе тоже такие купить. Я хожу, мучаюсь вот так вот, понимаешь? У меня снег все время сюда забивается, а у него теперь ничего не забивается. Для зимних покатушек вот такая вещь. Красиво стоят машины здесь вот. Такой просеки прямо небольшой. Разведка пошла искать дорогу. Подъехали на кольцо и заблудились. Разведка пока не нашла. Чего, не нашел? Нашел, пошел. Я там, наверное, в заднем 0,3 что-то сильно спустило. Ну, слишком. А, просто наклон. Сейчас я говорю. Поехали с нами. Леха, иди сюда. Заебок, давай. Да тебя наверх лучше, наверх. Не, иди туда. Давай, Люня. Да там грохот стоит от мотора. Он идет. Да там грохот. Леха, там, давай с нами. Там мотор, орёт. Да подожди ты. Они меня толкают в жопу. Уа.
как по блокировкам одинаковые мосты все. У него стоят редуктора эти. Главные пары стоят газовские. Скоростные. А у тебя более пониженные. Да, у меня разные. Значит, у тебя момент сильнее, да? Ну да. Молодец, Правик прошел. Готов, поехали. Нива как этот, как ковшик, да, грейдер. Ну тут глубокий снег. Вообще. 2.66 бьют колеи, остальные за ними идут. Тяжко идут. Хватал трос. Снял? Да, без гидрочата тут. Полколонны стряла на этом поле. Ух ты! Таранит березы. Вау! Поднимается дерево. Эх, не вытянул. Пять что ли замотал? Лучше на ходу запрыгивай. Ну, я тебе говорю, у меня машина еле-еле едет. Поэтому я даже не рвусь. Прадик еле-еле едет? Да. Ничего. Глубоко. Ничего себе. Патриот же едет, еще и не утащит. Блин, я не знаю, как тебе это.
надо объяснить, но патриот едет. Лучше, признайся, да? Да, он лучше. Он прям по-глубокому едет, а я уже прилипаю. Едем помаленьку, разобраться. Притом он в стоке, прям абсолютно в стоке будет лучше ехать, не знаю почему. Да я стою, это, пропусти еще вперед кого-нибудь, чтобы он сам ехал потом. Да проще, чтобы было. Они здесь накатали. Ты посмотри. Да, полностью колеса. Нормально, потом чуть ровнее будет, я скажу когда. Ну, скрывает, с ним будет. В некоторых местах полностью колеса раскрывают. Здесь и правда. Территория Шишиги. Ну тяжко по тревоту не вытащить-то. Реально. Ничего не тяжко, он меня тащил. Да не, он сейчас-то едет. А, он идет и идет, ему все равно. Натяжечку, чтобы это. На понижаечке. Ну, красивые места какие вообще красивые. Прямо песня. Ты сейчас ездишь на чем? На третий, в пониженной? Да, на пониженной. А, не на третий, это третья просто у тебя включена. Ну, он третья включена. Она просто когда. У тебя же автомат? До 40 автомат. Да, идет он, переключит. Но тут до 40 никак. Правильно идем. Примерно так и надо. А блокировки у тебя ключ? А, у тебя нет блокировки. Ну, межосевая включена. Так бы он вообще не ехал. А межосевая у тебя LCD? Какого типа? А тот на Ниве, который он на черной, на Шевролете, он вообще же здесь не проедет. Ну, на это, на галстуке-то проедет. Объезжать ты его не будешь, да? Как объезжать? Ты что, говоришь? Горим, кипим. И снег кидает. И все, машина переносит, да, и ни хера и не включается. Кипит? Ну только кипит, а мотору-то ни хера. Вот это жесть, а! Жесткое количество снега просто. Тяжко машина идет. Ну вообще вы как организаторы должны были, конечно, подготовить там маршрут посерьезнее. А то народ сзади вот мучится. Куда еще серьезнее маршрут? Народ сзади не мучается, стоим просто скучно очень. Не мучается. Стоим. Так болото какое-то. Вот прям как идем, вот так мы и выйдем сейчас на асфальтовую дорогу, прямо на выезд, на настоящий. Вот мы сейчас идем практически перпендикулярно на лэп. Понятно, там у тебя эти кегли болтаются по будке. Бизнес-клуб по будке летает. Он имеет в виду четверых пьяных. В ГАЗ-66. Они катаются по будке, пьяные там на кочках. Да, я чувствую, те две Нивы, которые сзади, они вообще не проедут. Ну реально, да? Да, вообще. Там Нивы даже уже не отвлекается, нахуй, сдалась, нахуй. Да, та уже сдалась. А что говорить про тех, особенно про черный Chevrolet Ниву. Доброту, которую я предлагал сжечь. Там вообще уже где-то очень далеко стоит от нас. Я думаю, она уже не способна даже на буксире сюда проехать. О, опять встряли.